Парашют вместо компьютерной игры, автомат Калашникова вместо кукол. Курс работы в воздухе юнормейцы проходят на базе Центра парашютной подготовки. Многие из них совершают свои первые прыжки, еще будучи старшеклассниками. Четкие контуры движения юнармии, которые формируются на базе военно-патриотических клубов, кадетских классов, кружков ДСАФ, наконец начинают окончательно вырисовываться. По поручению губернатора, озвученному в начале этой недели, в регионе должен появиться парк «Патриот». Штаб сравнимый с подмосковной Кубинкой. Губернатор отметил, что в Тульской области в настоящий момент есть необходимость развития инфраструктуры для военно-патриотического воспитания молодежи. Конечно, мы таких размахов не осилим, но поэтапно какие-то меры по реализации этого проекта мы изыщем средства внебюджетные для того, чтобы у нас появился такой центр. «Патриот», скорее всего, вряд ли станет точной копией Кубинки. Цель немного другая. Основной функционал должен быть направлен на воспитание молодежи, организацию досуга и спорта и, естественно, с патриотическим уклоном. Строить парк планируют на средства внебюджетных источников. Эксперты уже дают оценки этому начинанию. У нас на самом деле очень героический такой регион, который всегда во все времена стал поперек горла всем врагам, которые шли с юга и с запада. Дети это должны знать, осознавать и участвовать в том числе в этом интерактиве. Сочетание всевозможных интересов детей будет вот в этом парке «Патриот». Я считаю, что это очень нужно и для нашего региона, для молодежи в первую очередь. Планируется, что к возведению парка приступят уже в 2018 году. Губернатор поручил министру молодежной политики Юлии Вепринцевой совместно со всеми ответственными ведомствами подобрать место и проработать вопрос строительства. Анастасия Билик, Игорь Щепотев. Новости Тулы.